Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня будет закупка продуктов из магазина «Лента». Ездили мы туда с мужем вдвоем, так что закупка получилась такая достаточно большая. Вот, и чек, как всегда, будет в конце видео. Итак, вот такая достаточно большая совместная закупка у нас получилась. Бёсина, конечно, все посчитала, все проверила, да, скажи? Все, я все проверила, да, все проверила, молодец! Так, давайте начнем по традиции с мяса. Купила я, была акция на, то есть она не 389, а дешевле, 200, по-моему, с чем-то. В общем, в чеке будет видно, филе грудки индейки. Я выбрала вот такой большой кусочек. Иногда его запекают целиком. Тебе нельзя. Тебе нельзя. Так, потом... грудку куриную взяла. На косточки, я уже говорила, косточку я использую на суп, на бульон, а, соответственно, филе на что-то другое. И здесь у меня свинина корейка, она была со скидкой по 236 рублей. Я взяла два кусочка. Мне как раз, я либо отбиваю мяско, жарю, либо можно запечь, в общем, по-разному как раз подойдет. И также мы с мужем взяли вот такую лосось. Она тоже была со скидкой 589 рублей. Да, по-моему, 589. Так и потрошенная вот такая вот у нас огромная получилась на 1687 рублей. Мы обычно ее... Половина у нас уходит на стейки, половина засаливаем с мужем. У меня муж засаливается специями всякими, с укропчиком сухим, получается очень-очень вкусно. Ну, соответственно, голова и хвост, и там на суп у нас идет. Так, дальше немножко полуфабрикатов. Наггетсы. Не может моя пёсина, не может. Наггетсы куриные, классические. Взяла тесто дрожжевое, хочу Наполеон мальчишкам своим сделать. Дальше была акция на сосиски, поэтому муж сказал, давай возьмем две пачки. Вообще, я вот в таком случае, когда акция, допустим, какая-то в ленте на сосиски или что-то такое, я их бросаю в морозилку. То есть вытаскиваю из упаковки, оставляю вот эту оберточную упаковку, перекладываю в пакет и в морозилку, а потом достаю и, допустим, капусту потушить с сосисками или сосиски в тесте сделать, а вообще отлично, то есть они как бы уходят, или пиццу какую-то положить, вот, так что вот такие он взял у меня мясные и вот такие какие-то гриль-мастер. Вот, и также еще сардельки, вот на сардельки не знаю, была акция или нет, наверное, была, вот. Такие все у нас папа может, очень, кстати, нравится, вкусные. И вот такую еще колбаску взяли, юбилейную, кронштадтский завод, я так понимаю. Вот такую. Так, дальше давайте немножко по молочке. Взяли вот такой молочный коктейль, тоже мальчишкам побаловать их немножко. И здесь у меня еще сметана, я взяла 10%, и сгущенку тоже, блинчики какие-нибудь на завтрак, может быть, эти... сырнички сделаю со сгущенкой, будет очень вкусно. Здесь немного йогуртов, вот очень нравятся мне йогурты, правда, видите, у меня здесь немножко одна в пакете испортилась. Очень нравятся мне йогурты, вот эти слобода. Единственное, что мальчишкам моим не нравится, вот нравится мужу, у меня вот этот вот с гранолой и грецким орехом и изюмом, а мне очень нравятся вот эти вот с инжиром, очень вкусные йогурты, прям вообще обалденные. Слобода вообще очень вкусные делает. Ну, а мальчишкам по три вот такие вот нравятся им со вкусом крем-брюле и со вкусом вот таких хрустящих шариков. Здесь у меня еще масло вот такое из Вологды. Была на него скидка, но вообще масло вот это вологодские продукты, они очень, кстати, вкусные. Вологодская вот эта молочка вся, соответственно, масло тоже взяла большую упаковку. У меня здесь творог. Взяла три пачки, но я взяла вот такой лентовский, я его на какую-нибудь выпечку пущу. Так что для этого и взяла. Дальше здесь сыр. Вот такой адыгейский муж взял. Я не люблю такие сыры, вот эти все. У меня муж очень любит. Так что он себе взял. Еще обычный вот такой «Радость вкуса» по 438 рублей на 144 рубля. Да, и вот такой голландский сырок на 157 рублей. Тоже будет вкусно. И здесь у меня еще куча соусов. Мы тут с мужем набрали. Во-первых, вот этот вот очень нравится... соус песто, да, в общем, вот такой вот он взял у меня, томата, рикотта, песто, вот такой вот, ну, очень вкусные вот эти соусы, действительно, нам нравятся, ну, соус песто, я имею в виду. Также взяли, взяла вот такой майонез,
постный. Мне кажется, отличный вариант замена майонеза, потому что, ну, иногда хочется сделать какой-то салатик или вообще куда-то добавить нужно майонез. Поэтому вот такой вот, мне кажется, отличный вариант. Вот этот соус, кстати, постный, он не там, где все обычные майонезы, а в самом-самом низу стоял. Просто кому интересно, видите, жирность 56%. Еще муж у меня увидел там в соусах вот такой горчичный, пикантный горчичный соус. Наверное, тоже будет очень вкусный горчичный соус. И, кстати, вот в таких горчичных соусах еще очень вкусно курицу мариновать или мясо мариновать. Выпекаете вы или жарите. Я вот люблю в горчичке мариновать. Вот, так что такой еще. Вот этот соус я в прошлый раз покупала его. Он очень прям один в один, как в Макдональдсе соус. Знаете, вот этот картофелю, который дается, или к наггетсам. Вот прям один в один, девочки. Вот точно такой же, только это Махеев. Вот. Очень понравился моим мужчинам этот соус, поэтому повторила. Также взяла хрен. Вот, кстати, хрен люблю я. Очень люблю. Такой тоже, видите, Махеев. Очень люблю марку Махеев. И вот такой еще терияки. Тоже я обожаю вот этот соус терияки. Мне кажется, вообще нереально вкусный. Я его и при приготовлении блюд, то есть в мясо, да, как маринад могу добавить. И просто его ем. Очень вкусно. Так, еще кетчуп вот такой. Мистер Рика. Здесь у меня томатная паста. Очень удобно, кстати, вот эта лентовская 365 дней. По составу она, видите, томатная паста концентрированная и вода питьевая. Состав хороший и очень удобно. В принципе, на один раз вот мне хватает вот этой вот упаковочки. Я взяла здесь 5 штук. И еще взяла вот такой соус терияки для жарки вок. Как раз хочу сделать. Впервые такой беру. Обычно я беру в таких пакетиках одноразовые. В этот раз решила, видите, он прям такой густой. Попробовать вот такой вот взять. Он получается дешевле. 120, по-моему, рублей. Ну, в общем, в чеке сейчас будет видно. Но что-то такое. 120 или 140 рублей вот такая бутылочка стоит. Но получается дешевле, чем просто в пакетиках. И как раз вот здесь вот я взяла вот такую лапшу. Она была по акции. Вот, сделаю тоже какой-нибудь сковородочки вок. Какое-нибудь блюдо. Это лапша удон. Вот такая вот светленькая. Вот как раз и сделаем. Ой, еще взяла вот такие макароны. Вот эту лапшу, которую я вам очень советую. Я ее добавляю в суп, то есть на курином бульоне. Вот с такой лапшой получается обалденно вкусно. Еще вот такие тоже вермишель взяла. Смесь бобовых вот такую тоже для супа беру, готовлю суп. Он действительно получается, сами по себе вот разваливаются, вот это марки Мистраль, постоянно беру я, вот, и получается как такой супчик-пюре, очень вкусный. Вот такие еще макароншки, бантики, и рис вот такой взяла, на него марка Националь, тоже хорошая, на него была акция, вот. 1,5 килограмма. Так, здесь у меня еще имбирь вот такой маринованный, тоже любим. И купила вот такой вот какао. Очень классное вот это какао. Оно стоит 200 с чем-то рублей. Вот такая большая бутылка, банка, да. Вот хорошо его даже в выпечку класть. Единственное, что он с сахаром уже. Да, видите, сахар, глюкозный сироп, какао-порошок, крахмал. Вот, но очень классно получается даже выпечка с ним. То есть он именно такой шоколадный цвет придает. Мне очень понравилось вот это. И банки надолго хватает. Также просто какао можно наводить. Ну, с молоком я имею в виду пить. Получается очень вкусно. Так, здесь у меня еще соки маленькие вот такие. Земляничное лето, яблоко, апельсиновая манго. Мука. И масло. На него была тоже акция. Вот такое с добавлением оливкового. Решила взять такое. Здесь у меня еще кукуруза лентовская. И горошек тоже из консервов. И еще муж у меня там была скидка 30%, по-моему, на все вино. И он решил у меня взять вот такое мускат. Вот такое какое-то вино. И вот такое тоже. Наверное, бутылочка понравилась. Я бы тоже на такую бутылку повелась. И вот такое тоже белое вино. Так, дальше здесь у меня хлеб, булка, да, батон лентовский, хлеб тостовый лентовский, хлеб ржаной. Вот нравится, кстати, выпечка у ленты. Очень вкусно.
Вот такие печеньки еще взяла вкусные. Уж что-то они мне прямо приглянулись. Мне кажется, очень должны быть аппетитными, вкусными. Вот в такой большой коробочке. И семечки. Что-то 100 лет мы не покупали семечки с мужем. Вот решили взять. Так, дальше у меня здесь фрукты, овощи. Взял у меня муж клементины. Клементины действительно слаще, чем обычные мандарины. Очень тоже нам нравится. Вот такие апельсины по 89 рублей. Дальше яблоки. Вот на них была акция, они 60 с чем-то рублей стоили. Ну, в чеке будет видно. Вот я почти 2 килограмма взяла. Вот, яблоки Айдаред. Очень такие прям хорошенькие яблочки, очень ароматные. Также мужчину с вами взяла груши Конференц по 169 рублей, но они столько стоили. И взяла виноград. Вот тайфи какой-то, не знаю, вкусный, невкусный. Тоже немножко взяла, но прям такой он розовенький, аппетитненький. Так, из фруктов у меня здесь еще взяла хурму Королек по 57 рублей была. Ну, я немножечко взяла. У меня, кстати, мальчишки не едят хурму. В принципе, одна я в доме ем хурму. Но она такая, видите, меленькая. Ну, вроде ничего, такая мягкая. Должна быть ничего. Так, и еще взяла 3 лимончика. Лимоны на 30 рублей у меня получилось, по 79 рублей. Вот такие 3 небольшие. Так, дальше здесь у меня лук. Обычно я лук все время беру эконом на 17 рублей. 816, ну, немножко взяла. Так, огурцы. Огурцы по 99, но на них тоже, по-моему, была акция, то есть они поменьше должны вроде стоить. Вот такие. И помидоры взяла. Помидоры тоже такие ароматные, вроде неплохие. По 115 рублей. Так, и здесь у меня внизу еще пакет картошки, здесь 5 килограмм, и немножко бытовой химии. Взяла вот такие Бреф, на них тоже была акция для туалета, акция была на вот эту зубную пасту, у меня еще в запасах есть, но я решила взять еще одну. И, конечно же, туалетную бумагу. Туалетную бумагу тоже есть, но я всегда ее беру, я уже говорила, у меня какой-то пунктик на туалетную бумагу. Так, то есть она моя заснула, не дождалась. Вот, ну и сейчас вам покажу чек.